Ставрополье уже перевыполнили план по курортному сбору. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Владимиров. В бюджет края поступило уже на 60 миллионов рублей больше, чем планировалось за весь год. За все время курортный сбор принес региону больше миллиарда рублей. Это позволило благоустроить, восстановить и отремонтировать 38 объектов, которые формируют облик наших городов-курорта. В их числе каскадная лестница в Железноводске, Пятигорский парк «Цветник», скверы, фонтаны и пешеходные зоны. Сейчас благоустраивают территории у горы Кольцо в Кисловодске, площадь Ленина в Железноводске и сквер Подкова в Пятигорске. В селе Ростовановском до конца этого года планируют ввести в эксплуатацию детский сад на 160 мест. Дошкольным учреждением оборудуют несколько групповых ячеек. В каждой будет раздевалка, игровая, буфетная и спальная комнаты. Также в здании разместятся физкультурные и музыкальные залы, сообщили в региональном Минстрое. Возводят детсад по нацпроекту «Демография». В Кочубеевском округе ремонтируют сегменты трубопровода между селами Балахоновским и Заветным. Всего заменят более 11 километров труб, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Качество водоснабжения улучшится для жителей 8 населенных пунктов. Работы проводят за счет средств субсидий из Фонда национального благосостояния. В селе Привольном отремонтируют участок дороги на улице Садовой. В планах обновить покрытие проезжей части тротуаров, укрепить обочины, нанести разметку и установить знаки, сообщили в региональном Миндоре. Работы проведут благодаря региональной госпрограмме развития транспортной системы.